Но среди птиц дебоширы и криминальные элементы тоже имеются. Австралия, Сидней. Чтобы выжить в городской среде, тут уже давно бесчинствуют попугаи-какадо. Воруют, портят имущество, сеют хаос, занимаются вредительством, докучают соседям и даже проникают в жилища. Попугаи-бунтари являются грозой всех мусорных контейнеров города. Птицы без проблем открывают крышки, наводя беспорядок на улице. Попугаи – одни из самых умных птиц в мире. Некоторые виды по интеллекту чем-то сравнимы с 4-летним ребенком. И этот ум они, конечно же, используют для бесчинств. Во всех городах от Австралии до Южной Америки попугаи чувствуют себя как дома. Игровой инстинкт делает их самыми изобретательными птицами.